Новую поликлинику в микрорайоне Стрижи могут открыть уже в ноябре этого года. Здание практически готово к приему пациентов. Сейчас там ведут отделочные работы, параллельно закупают оборудование, набирают персонал. Новая поликлиника полностью покроет потребность микрорайона в медицинских услугах. Какие кабинеты будут работать в здании, расскажет Анна Буянова. Сегодня в новой поликлинике в микрорайоне Стрижи многолюдно. У некоторых кабинетов уже скопились очереди тех, кто хочет заглянуть и спросить. Это представители министерств региона. Они проверяют ход строительства и отделочных работ. Реализуется по программе, по национальному проекту здравоохранения современное. Здесь будут все виды необходимой помощи. Лучевая диагностика, маммограф, флюорограф, рентген. Здесь будут все необходимые виды помощи, узкие специалисты, будет отделение стационара для взрослых, дневной стационар, дневной, подчеркиваю, для ребятишек и отделение реабилитации. Здесь же будет работать круглосуточная травматология. Медучреждение станет подразделением 3-й детской городской клинической больницы. Для каждого из отделений сделают разные входы. Оборудование установят самое современное. Но пока в кабинетах нет ни дверей, ни света. Кругом строительные материалы и мусор. Подготовить здание к приему пациентов по плану должны до середины декабря. Строители уже опережают график. Мы на сегодняшний день, значит, в принципе, готовы. Я думаю, что к вводу в эксплуатацию в течение 2 месяцев она будет введена в эксплуатацию. Сейчас приступили уже к благоустройству, к чистовой отделке помещений. Параллельно со стройкой закупают оборудование, подбирают персонал. Здесь будут работать больше 80 специалистов. Сейчас ведется подбор кадров. Есть много желающих, которые проживают здесь, на территориальном участке. Есть молодые специалисты, которые хотят работать в первичном звене. Есть средний медицинский персонал, который готов сегодня работать в первичном звене. В Новосибирской области планируют возвести еще 5 подобных поликлиник. Реализацию проектов начнут в следующем году. Анна Буянова и Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.